Дорогие друзья, бокер тов, доброе утро вам, любящим Господа. Приглашаю вас, как обычно, по утрам к жертве поклонения, к утренней жертве нашей хвалы, наших сердец, наших уст. Благодарю Господа за этот новый день, за эту новую возможность жить, дышать, общаться с Ним, прославлять Его святое имя, познавать Его и восхвалять Его, благодарить и восхвалять, ибо мы на это созданы, искать Господа нашего, познавать истину и прославлять нашего Творца и Спасителя. Спасибо Господу за это чудесное утро. Спасибо Господу за все обстоятельства, которые Он дает нам в жизни, ибо Бог все делает для того, чтобы нас научить путям, и ничего нет случайного в нашей жизни, все обстоятельства допущены им с определенной целью, и если вы не понимаете, для чего, допустим, какое-то обстоятельство,
что это повод искать ответа, это повод взыскать Всевышнего, это повод проявить веру и укрепить веру Бога. И сегодня, друзья, мы, как обычно, прославим Господа. Вернее, каждый день это необычно. Каждый раз это по-новому, потому что Господь творит все новое, и Он создает новую песню. А после этого мы опять вернемся к Слову Божьему и будем размышлять над первой книгой Царств, продолжать размышления, начатые вчера, о духовной войне, тема «Духовная война», конфликт двух царств. И для этого мы сегодня прочитаем очередные две главы и поразмышляем над ними. А пока, друзья, давайте прославим Господа, предстанем пред лицо Его, наполним наши уста хвалою, наши сердца благоговением перед нашим Творцом. Жертва Богу, Дух сокрушенный и смиренного, Ты не отринешь. Отец, вот мы сейчас приходим к Тебе в смирении, в простоте наших сердец, такие, какие мы есть. Кто мы без Тебя? Что мы без Тебя? Ничего, прах земной. Но именно Ты делаешь осмысленной нашу жизнь. Именно Ты даешь ей цель и смысл, и путь, и радость. Именно в Твоей воле успокаивается душа моя. Именно соединяясь с Тобой, Отец, я становлюсь и самим собой таким, каким Ты меня создал, задумал и хочешь видеть на сегодняшний день. Именно с Тобой, Господь. Авет Келах, Осана, Осана. Авет Келах, Осана. Ты творишь меня, Господь, как сосуд свой. Ты творишь меня, Господь. Созидаешь Ты меня, Ты творишь меня, Господь, наполняешь добротой и любовью своей, наполняешь Ты меня. Так очисти же Ты меня, так очисти же Ты меня, прикоснись ко мне. Твоим святым очисти меня, Ты наполни меня огнем Твоей любви, Твоей любви. Ты наполни меня, Отец, я прихожу к Тебе. Ты наполни меня огнем Твоей любви, о мой Отец, Ты наполни меня, Ты наполни меня. Прихожу к Тебе я с хвалою, небеса Твои открыты, а любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, а любовь Твоя сильна, о, Ты велик и прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты, нет подобного Тебе, Отец. Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты.
Осанна, аллилуйя, Осанна, хвала, аллилуйя, 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 Осанна. Только в Тебе, Господь, жизнь моя. Аллилуйя, Осанна, есть. Аллилуйя, Осанна. Зайду на Твою святую гору, на Твою святую гору, где живет слава Твоя, вечная любовь, где живет слава Твоя, вечная любовь. Вознесу, вознесу, вознесу пред своей любви, вознесу пред своей любви, воскурю в имя Тебе, Царь Мажия, воскурю в имя Тебе, Царь Мажия. Я взойду на Твою святую гору, на Твою святую гору, где живет слава Твоя, вечная весна. Где живет слава Твоя, вечная любовь. На Твою святую гору, на Твою святую гору, где живет слава Твоя, вечная любовь, где живет слава Твоя, вечная любовь, Вену шалом алейхем. Шалом алейхем, вену шалом алейхем, вену шалом, шалом, шалом алейхем. Мы вам желаем мира, мы вам желаем мира, мы вам желаем радость, мы вам желаем мира, радость во Христе. Шал алейхим, эвену шалом алейхим, эвену шалом алейхим, эвену шалом, шалом алейхим. Я поднимаю кучи с надеждой очи на горы белоснежные твои. Я поднимаю кучи с надеждой очи на горы белоснежные твои. Верю
что придет помощь ко мне с тех высоких гор, где жив Господь. Верю, что придет помощь ко мне с тех высоких гор, где жив Господь. Я поднимаю очи с надеждой, очи на горы белоснежные твои. Поднимаю очи с надеждой, очи на горы белоснежные твои. Верю, что придет помощь ко мне с тех высоких гор, где живет Господь. Верю, что придет помощь ко мне с тех высоких гор, где живет Господь. И смеху гаша моим, и смеху гаша моим, и смеху гаша моим, веселятся небеса, аллилуйя, царствует во веки Господь, возрадуется вся земля. И смеху гаша моим, аллилуйя, и смеху гаша моим, и смеху гаша моим, и вытает горит. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, шаббат, шаббат шалом. Ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль, хай. Ишуа, Ишуа, Ай, Ишуа, 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 Ай, о Давиду, Ай, о Давиду, Ай, о Давиду, о Давиду, о Давиду, Ай, о Ишуа, Ай, о Ишуа, Ай, о Ишуа, о Ишуа, о Ишуа, Ай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль, Ай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль. Кол сасон, кол симха, кол хатан вэкол кала. Кол сасон, кол симха, кол хатан вэкол кала. Будет слышен в земле Иуды и на улицах Иерусалима. Будет слышен в земле Иуды и на улицах Иерусалима. Голос радости и веселья, голос невесты и голос жениха. Голос радости и веселья, голос невесты и голос жениха. Эвену шалом алейхим, эвену шалом. Шалом, шалом алейхим. Ава дехира шифара дехира. Амах дейла хавот. Китфара дхилима шиховец. Кит клеварих мадурахи. Хос
сам на горові. Алілуя. А від хварих мотор сладка є земля твоя. Молоком і мьодом Господь полна она. Сладкая земля твоя, воробью санна глория, ты мне мотор. Воробью санна глория, воробью санна глория, воробью санна глория, славим мы тебя, Господь. Воробью санна глория, Осанна Глория, Ураби, Осанна Глория, славлю мы тебя, славим мы тебя, Иисус. Ты царь царей, ты Бог богов, источник жизни, спаситель дорогой, Господь, ты царь царей, царь царей, ты Бог богов, источник жизни ты, спаситель дорогой. Ты царь царей, Господь, Господь, спаситель дорогой, Господь, аминь. Благодать на Иешуа.
благодать, благодать, благодать на нем. Он спаситель, 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 предвечный наш. Благодать, благодать, благодать на Иисусе. Свет истины вечной, вечной любви и свободы. Руах сияние славы, славы Всевышнего. Благодать, 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 благодать на Христе. Аминь. Благодать, благодать, благодать на Христе. Аминь. Он спаситель души твоей, он спаситель мира. Благодать, благодать, благодать на Христе. Благодать, 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 благодать на кресте. Аминь. Благодать, благодать, благодать на Иешуа. Благодать, 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 благодать на кресте. Аминь. Благодать, благодать на кресте. Праведные пути твои, наш Господь Вседержитель. Истинные праведные пути твои, ибо ты Бог наш благ, и кто не убоится, не прославит тебя. Боже, спаси тель наш. Все народы преклонятся пред тобой. Не прославить тебя, Боже, спаси теле мой. Все народы преклонятся пред тобой, Боже, спаси теле мой. Праведные пути твои, наш Господь Вседержитель. Истинны и праведны пути твои, ибо ты Бог наш благ. Кто не боится не прославить тебя, Боже, спаси тель наш. Все народы преклонятся пред тобой, Боже, Господь. Не прославит тебя, Боже, спаси тель мой. Все народы преклонятся.
чувствовать нежное дыхание ветра, Духа Святого. Дух Святой в иврите имеет название Руах. Руах – это, и это же ветер означает, дуновение ветерка. Дуновение ветерка. Сзади меня пропеллер стоит, и он в нашем жарком климате дует. Но также дует на меня и ветерок с окна, и эти два ветерка не соединяются в одну. И приятно обвивает тело. Ава Текейра, ты сладкий Господь. Сладкое имя Твое, Иисус, Ишуа. Мир Тебе, Бог мой. Мир Тебе, Сын мой, говорит Отец. Мир Тебе, Шамана. Я радуюсь возможности побывать в Твоем присутствии, быть с Тобой, обновляться духом, очищаться, освобождаться от нечистоты, зависимости каких-то плотских, мирских, быть с Тобой в вечности. Знаете, как только я уверовал в Бога, это было в 89 году, принял Иисуса, уверовал в Него, Бог мне открыл Его, аллилуйя, и сразу же я почувствовал такое буквально физическое ощущение того, что я никогда не умру, что я буду жить вечно. Аллилуйя. Удивительное состояние пребывания с Господом. Когда отступили все страхи, все заботы, все переживания, ты просто покоишься на Его злачных пажитях, на Его груди. Аллилуйя. Асана, аллилуйя, Асана, аллилуйя, Асана, аллилуйя, Асана. И не хочется останавливаться и прекращать это поклонение. Сын мой, до скончания века. Крепко держитесь за меня, ибо враг не дремлет, ибо он хочет похитить из руки моей даже избранных.
Конечно, я этого не допущу. Но при одном условии, дети мои, вы должны крепко держаться меня, прилепиться ко мне верою, прилепиться, встать под мою защиту. Вы должны пребывать в моем слове, в моих заповедях, ибо только на этой территории действует моя защита. Всякий, кто нарушает ограду, заповеди, ограду закона, будет ужален змеем. Ах, терпение. Я с вами, дети мои. Я ожидаю того же от вас, чтобы вы были со мной. Моя любовь для вас. Мой путь для вас. Путь, который я приготовил для каждого из вас. Это узкий путь, потому что на нем вам предстоит пройти очищение, испытание и освящение. Я выковываю из вас воинов по подобию Сына моего Иисуса. Смиритесь, дети мои, под крепкую руку мою. Смиритесь под крепкую руку, будьте послушны мне, ищите моего ведения, и я буду руководить вами. Иисус, спасибо Тебе за это чудесное прославление, за это обновление духа, очищение, обновление духа и души, наполнение Твоим миром, который превыше всех обстоятельств. Ты берешь нас в удел, Ты отделяешь нас от мира сего, который вокруг погряз в грехах, похотях, в суете, в болезнях, в страданиях. Но мы с Тобой, мы Твои дети, Отец. Мы Твои дети. И Ты забираешь нас, восхищаешь нас от этой скорби земной. Только в Твоих объятиях, пастырь наш дорогой, мы найдем утешение, успокоение. Вот как сейчас. Только в Твоих объятиях. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Амен. Господи, благослови наше рассуждение над Словом Божьим. Дух Святой, пожалуйста, веди, открывай нам тайны Твоего Слова. Благословляй нас во имя Иисуса. Открывай тайны.
открывай ум наш к разумению Твоего Писания. Спасибо Тебе за Библию, Отец. Спасибо Тебе за Духа Святого. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь из нас, Твоих поклонников, в Духе и в истине, в Духе и в Слове Твоем. Благодарю Тебя, Отец. Амин. Итак, друзья, мы приступаем. Аллилуйя, Ширабекрия. Напомню вам, что мы закончили 20 главу вчера, и наша тема была духовная война. Сегодня у нас продолжение этой темы «Духовная война» с подзаголовком «Война двух царств», «Конфликт двух царств», «Противостояние двух царств». И мы с вами продолжаем читать дальше, 21 главу. Напомню, что в 20 главе и раньше Бог помазал Саула, который был неверен Богу. И Бог пожалел о том, что помазал Саула, и Бог отнял от него помазание, Дух Святой, и приступил к Саулу Дух Злой. И приступил к Саулу Дух Злой, а Давида Бог помазал руками Самуила, пророка. И Давид был взят в дом Саула. Но с каждым днем Саул все более и более восставал против Давида. И даже трижды хотел его убить, бросал копье. И Давид вынужден был убежать и скрываться от Саула. Первый стих 21 главы. «И пришел Давид к Номву, к Ахимелеху, священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: „Почему ты один, и никого нет с тобой?“ И сказал Давид Ахимелеху, священнику: „Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте». То есть в другом месте. «И так, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов 5 или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Только если только люди твои воздержались от женщин». Ну, это речь идет о хлебах предложений, хлебах освященных, которые были при скинии собрания. И для того, чтобы вкушать эти хлебы, необходимо было освящение, то есть были свои у евреев древних правила, как они, впрочем, есть и сейчас. К священному, к освященному, к святому нужно подходить в подобающих духовных одеждах, в подобающем состоянии. Ну, нужно очиститься, то есть нужно не касаться женщин в это время. О чем это нам говорит? Что это, чему это учит нас, вот эта деталь? О том, что Бог святой. И о том, что мы, пребывая в этом мире, в этой жизни, так или иначе запачкиваемся. Для чего нам нужно очищение? Мы пачкаемся буквально всем, что приходит. Мы пачкаемся с точки зрения Бога, Его святого закона, прикосновением к женщине. То есть вроде бы нет греха никакого, да, вот муж с женой живут половой жизнью. В этом нет греха.
Но требование святости Божьей таково, что человек должен быть полностью отдан Богу. Да, возлюби Господа всем сердцем, всей крепостью твоей. То есть не уклоняться от Бога. Бог ревнитель есть, написано. Колышется дождь густой пеленой. Прощение. Ура, фаглория. Вернемся к нашему тексту. Святость, Божье требование к святости чрезвычайно велики. Эти требования определяет закон. Если закон говорит, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей, то это означает полная отдача. Это, конечно, планка очень высокая. Это требование к священникам Божьим. Вот почему, откуда это требование воздержаться от женщин, приступая к святыне Господней. И вообще, друзья, чем более свят и отделен человек для Бога, есть такая закономерность, тем больше этот человек чувствует собственную нечистоту, негодность по сравнению с Божьей чистотой. Он приближается к Богу. И это как вот на чистом фоне белой страницы видно всякая точечка черная. Так же и здесь. Вот почему люди, далекие от Бога, мирские люди или неверующие, они себя не чувствуют грешниками. Спроси, ты грешник? Он скажет, да не, а в чем я согрешил? Ну, не убиваю там это, не пьянствую, какой же я грешник? Вот, грешником себя человек начинает чувствовать только тогда, когда на него нисходит Бог, приближает Дух Святой, когда Бог его приближает к себе. И тогда у человека возникает желание покаяться. Ему становится стыдно. Он начинает видеть свой грех, он начинает прозревать. Вот почему апостол Павел называл себя «Я величайший из грешников». И это не есть скромность. «Я величайший из грешников», потому что он был очень близок к Богу. И он видел, насколько его собственное состояние по сравнению со святостью Божией недостойно. Мы, рабы, ничего не стоящие, говорит Писание о нас. Вот такова велика его святость и требование к святости, к освящению. И поэтому священник отвечал Давиду в 4 стихе: «Есть хлеб у меня священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты». То есть отроки чисты. Человек – это сосуд для Бога. Если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах. То есть дорога нечиста, ноги наши запылились, а хлебом, вы, как говорит Иисус, омывая ноги, вы уже очищены. Словом моим вам только ноги умыть. И дал ему священник, 6 стих, священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлеба. То есть, забирая, всегда должны были лежать в скинии собрания хлебы предложений. Всегда должны были. Всегда должен быть готовым к жертвоприношению. Снимали эти хлебы, сразу должны были испечь новые, свежие. Там находился в тот день пред Господом, 7 стих,
при скинии собрания один из слуг Сауловых по имени Доик идумеянин, начальник пастухов Сауловых, то есть начальник пастухов, преданный Саулу человек. И сказал Давид Ахимелеху: нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. Разумеется, Давид обманывал, говорил неправду. Говорил неправду, а иначе как бы он получил просимое, пищу и оружие, ведь он убежал. Если бы он рассказал правду, он бы не получил желаемого. И сказал священник, 9 стих: вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду, позади эфода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид: нет подобного, дай мне его. Конечно, библейский текст, друзья, полон многочисленных символик. И кто знает символику в Библии, тот может понимать все эти тайные смыслы. Символика, вот, допустим, меч. Не мир, но меч я принес, говорит Иисус. Меч Слова Божьего, разумеется. И как Давид победил мечом Голиафа, именно это оружие, мечом отрубил голову мечом Голиафа же, а убил он его прощой. И это же орудие, которое было успешным, тогда теперь помогает Давиду, когда он во времена гонений. Десятый стих. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому, то есть к языческому царю пришел, филистимскому царю, одному из филистимских царей, царю Гефа, города Гефа. И сказал Анхусу, и сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид царь страны Израиля? Царь той страны, не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. Почему боялся? Потому что филистимляне – противники евреев. И он убивал филистимлян. И изменил лицо свое перед ними, притворился безумным в их глазах. И чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: видите ли, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших своих, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом свой, в мой? Давид вынужден скрываться, и, скрываясь от Саула, который ищет его смерти, хочет его смерти, Давид пускается на различные хитрости, он убегает к врагу. И даже притворяется сумасшедшим. Мне это место напоминает другое место. Оно рифмуется. Из Откровения. Шалом, Тамара Уварова, будьте здоровы. Сеньор пастор Максуд Джамаль из Пакистана, будьте вы здоровы. Мне это место напоминает место из Откровения Иоанна Богослова. Ну, мы с вами вчера говорили о том, что конфликт
Давида и Саула возник из-за того, что Бог презрел на Давида и помазал его в цари, и Саул от Саула забрал дух свой. И это противостояние духовное. И конфликт Давида и Саула вообще напоминает нам другой конфликт. Конфликт, произошедший на небе, когда Бог сотворил архангела прекрасного своего, Люцифера. И этот Люцифер потом не послушался Бога, пошел бунтом против Бога. Об этом пишет пророк Исаия. И Бог изгнал Люцифера от своего лица, сбросил его вниз, а Люцифер за собой увел треть ангелов Божьих, которые впоследствии стали бесами. И, как говорит нам Библия, это князь, сатана, дьявол, это князь, господствующий ныне в воздухе. То есть он сброшен с духовного неба, с третьего неба, так называемого, на землю. Он сброшен, и он господствует здесь, на земле. И на земле он назван князем мира сего, и на земле все принадлежит ему, все за исключением того, что в свободе своей приняло Бога. Тех Бог защищает. Но эта история напоминает Саула с Давидом еще одну историю, которая случилась с человеком, с первым человеком Адамом на земле, Адамом и Евой, которых сотворил Господь и которые тоже преступили повеление Божье и были изгнаны за это из Эдема, из райского сада. И к ним приступил сатана, как Саул. И человечество пошло по пути человекоубийства. И перед нами конфликт Давида и Саула разворачивается как конфликт двух царств. Царства Божьего и царства дьявола. Почему? Потому что это все об одном и том же. Просто масштабирование разное. Конфликт Давида и Саула масштабирован, конфликт двух людей, в конечном итоге конфликт внутри Израиля. А конфликт Бога, царства Бога и царства дьявола масштабирован в масштабе всего этого, всего земного, земной цивилизации. Как и конфликт Бога и Адама. И вот то, что Давид, помазанный на царство Самуилом, убежал от Саула, от царя, напоминает мне эпизод из Откровения Иоанна, Богослова, 12 глава, книга Апокалипсис, 12 глава. Жена ее младенец, жена, облаченная в солнце. И явилась, конечно, вот эта книга Откровения, она полна символики, глубочайшего смысла. И, наверное, очень трудно всю эту книгу правильно как бы расшифровать, дешифровать. И явилось на небе великое знамение. Жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. То есть дракон, тут явно сатана, который забрал третью часть ангелов себе, увлек.
поверг их на землю, потому что Господь их скинул с третьего неба. Дракон этот стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Кто эта жена? Ну, конечно, это символ, наверняка это символ Марии, Богоматери, но не только Марии, Это символ, ну, если хотите, церкви. Это символ души человека также, которая рождает святое, рожденного свыше. Символика, конечно, глубочайшая. И родила она, жена, младенца мужского пола, которого надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Мария родила Иисуса. Иисус создал церковь. Церковь рождает детей Божьих. Но Иисус через церковь рождает детей Божьих. Так правильно сказать. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Жена на земле убежала в пустыню. Помните, когда родился Иисус, Ирод объявил, Ирод стал уничтожать младенцев, потому что ему донесли, что родился царь Израилев. Он также, боясь конкуренции, тревожит за свой трон, как Саул, начал убивать младенцев, как Саул начал гоняться за Давидом. И церковь также, живая церковь Божья, она испытывает гонение, потому что она находится в состоянии духовной войны между Царством Божьим, на стороне Царства Божия и Царством Кесаря. И живая Церковь Божья, она всегда находится в какой-то доле в противостоянии миру. Не любите мира, не того, что в мире. Если не будет этого противостояния, духовного противостояния, которое нередко вырождается, приобретает физические формы, когда церковь убивает, священников убивают, да, высылают в ГУЛАГ, там, и так далее. Но если не будет этого духовного противостояния церкви, это означает только одно, что церковь обмерщала. Церковь перестала быть солью и светом для этого мира. Церковь смешалась с миром. И церковь уже не несет этого меча разделяющего, не несет свидетельства Христова, не несет Слово Божье в духе, в силе и в истине. Если церковь не осоляет этот мир, подсвечник, никто не ставит подсвечник под кровать, да, говорит Иисус, но ставят на возвышенность, чтобы все видели свет. Церковь должна свидетельствовать. Верующий человек должен свидетельствовать миру о Боге. В этом его предназначение. В этом его функция. И произошла на небе война. А Михаил и ангелы его воевали против дракона, против сатаны. Дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего.
кровью акции, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, и начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, как Давид убежал от Саула в свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времени и времен, и полвремен. Как Давид пришел к Авимелеху, попросил хлебы, убежал, потому что на земле правит дьявол. В данном случае дьявол вошел в Саула, злой дух от Господа написано, его все время бередил его. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой, но земля помогла жене. И разверлась земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа. И вы увидите, что потом, мы сейчас будем читать, что сделал Саул с Авимелехом, со священниками. Рассвирепел дракон. Но земля помогла церкви. Земля помогла церкви, земля помогла человеку, который вынужден был скрываться от рассвирепевшего дракона. Я думаю, в жизни многих верующих есть свидетельство того, как они вынуждены были бежать из церквей. И земля помогла им. Я могу дать такое свидетельство. Ну, просто у нас немножко дефицит времени. Нам еще читать одну главу. Итак, земля помогла Давиду. Давид, Авимелех дал Давиду хлебов, дал ему оружие, меч Голиафа. И Давид побежал к филистимлянам. Следующая глава, 22 глава, 1 книги царств. Первая книга царств. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. Услышали братья Давида, весь дом отца его, и пришли ему туда на помощь. И собрались к нему все притесненные и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек. Вам ничего не напоминает это место из Нового Завета? Никакое? И пришли к нему все притесненные, обремененные. Придите ко мне, все притесненные, обремененные, и найдете покой душам вашим. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вы видите, что Давид повторяет путь Иисуса, вернее, как бы предвосхищает, это Иисус за ним повторяет потом, предвосхищает путь Иисуса. Недаром Иисус назван сыном Давидовым, да, в родословии у Матфея. Бог посылает Христа на землю для того, чтобы спасти свой народ. И как спасает Иисус? Он привлекает к себе, конечно, тех, кого этот мир отверг, достал, придавил. Не тех, кто хорошо устроился. Те как раз и Христа не приняли. Христос остался в оппозиции. Но Христос привлекает души и привлечет к концу истории все колена склонятся перед Ним. Но пока этого нет, пока идет духовная война. Пока идет духовная война между двумя царствами, царством Божьим, царством дьявола. Хотя я в прошлый раз вам говорил, вчера, друзья,
чтобы вы не бросались в другую крайность и не считали, что дьявол есть противник Бога. Богу ничего не стоит уничтожить дьявола. Дьявол противник человека, противник спасения человека, потому что дьявол как бы вот князь мира сего. И дьявол понимает, что ему против Бога никуда. Но он может держать в своем повиновении человека. Повиновение. Человек сам не может без Божьей силы противостоять дьяволу. И есть план у Бога. Именно с помощью дьявола Бог обостряет конфликт этих двух царств. И Бог спасает тех людей, кто хочет спасения дьявола. Бог возвращает себе таким образом отпавшее и обманутое дьяволом человечество. Какой глубокий замысел. Итак, собрались к Давиду все притесненные, все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. И оттуда пошел Давид в Масифу Моавитскую, еще к одним язычникам, и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». То есть Давид беспокоился о своих родных, что Саул причинит им вред, и забрал их. И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был вон им убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул тогда сидел в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками, сотниками? Это я вам могу сделать», тем самым говорил Саул, а не Давид. «Неужели он этого сделает, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел о мне, на жалость давит, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня, раба моего, строить мне ковы, как это ныне видно». О, как пошел! И отвечал Доек Думенянин, пастух, помните, который был тогда в предыдущей главе, верный пастух, главный пастух Саула, и сказал Саулу: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитула, настучал, донес. И тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом его священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, чтобы ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» Видите, как извращенно понимает все этот Давид, потому что он уже соединился с духом зла, с духом лжи, который Господь ему послал. И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога?» Нет, не теперь, я и раньше вопрошал, потому что... «Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего.
ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». То есть он не разделяет Саула, Давида от Саула. Так Давид ему и сказал, да, что я по поручению Саула. Помните? И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». О как! О как! Крушит налево и направо. Как Сталин. Как Сталин при последних днях его, который во всем видел заговоры, который во всем видел хитросплетение против него. Человек впадает уже в страх такой, маразматический. И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом». И они знали, что он убежал, и не открыли мне. Они не знали на самом деле, что он убежал. Давид не открыл им этого. Оклеветал. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников. Слуги восстали. И сказал царь Доику, вот этому пастуху своему: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик, идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. Да? Рифмуется. Буквально так дословно рифмуется то, что мы прочитали из Откровения Иоанна: «Рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брать с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Рифмуется. И умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И Номву, город священников, поразил мечом. И мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик и Дубинянин, что он непременно донесет Саулу. Поэтому я виновен во всех душах дома отца твоего». Вот знал, вот так нам порой бывает, знание дано какое-то, но мы не обращаем внимания на этот знак Господень. Не обращаем внимания. И поэтому попадаем в какие-то проблемы. Хотя это знание нам Господь дает. 23 стих. Давид говорит Авиафару: «Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Вот на этом, друзья, мы закончили чтение двух глав. Я думаю, общая картина вам видна и понятна, и частная, и общая картина борьбы двух царств. Бог помазал Саула, но когда Саул не послушался Бога, Бог забрал от него помазание и призвал Давида. Бог создал ангела Люцифера, но когда Люцифер проявил бунт, непослушание, Бог отринул его. Бог создал Адама, но когда Адам не послушался Бога, Бог изгнал его из Эдема. Это все, друзья, проявление одной единственной войны, духовной войны между царством Бога и царством дьявола. И в конечном итоге мы знаем, кто дочитал из вас Библию до конца, что на земле воцарится Божье царство, будет на земле будет как на небе. Но пока мы все верующие находимся в состоянии духовной войны, а некоторые из нас находятся в очень остром состоянии, вот как Давид, в гонениях, в изгнании, и вынуждены спасать свою жизнь, как Давид, искать себе какое-то пристанище, но они имеют
пристанище обетования, что земля помогла. Земля помогла церкви, да, как тут написано. Земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, погоню, которую пустил дракон из пасти своей. Земля помогла матери Иисуса, родителям Иисуса, и они спрятались от Ирода, который хотел умертвить. Земля поможет церкви, и церкви, у церкви есть обетование, что врата ада ее не одолеют. Но лишь с Господом человек, лишь в Господе человек защищен. Благословит вас Господь, и до новых встреч. Во имя Иисуса Христа. Амен. Спасибо вам за внимание.